Ой, просто чтобы вы понимали. Ну, то есть, какой вообще у нас тут штиль? Ой, не штиль, а дождь. А там мой муж прячется. Не может выйти. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, надо извиниться, и все, на тебя кричать тогда не будут. Да, просто скажи, извините. Не буду ничего сказывать, что тебе вам что надо. Чтобы вместе. Чтобы ты извинилась. Лёд, тебе надо, что тебе надо, и чего тебе надо? Чтобы ты извинилась. Я? Да, ты посуду замочила, выбирала и убрала. А что тогда тебе надо, и тебе что чтобы надо? Ты извинилась. Извинись, скажи. Не буду ничего извиняться, не буду. Почему? Потому что вы себя задавали. В лишнее время можно поговорить о том, о чем вы хотите. Спасибо большое, это очень мило. А вот моя принцесса. Жаль, не показывай. Знаете, что меня поражает, когда ты блокируешь людей, ну, как говорится, не нравится страница, до свидания, и они потом пишут... Скажите, я похож на того, кто кого-то слушает? Говорите, берегите Сашу. А кто побережет мои нервы? Вот кто, когда я просто прошу, давай сфоткаемся, а мне орут. Нет! Хотя нас снимают 24/7, это ничего страшного, а вот фоткаться нет! Хочу. Уж простите, так бывает, что мы ругаемся, миримся. Кто в этом мире не ругается? А, да, есть такие, забываю. Сейчас узнаем у жены. Саш, мы будем делать фотосессию с животиком на Сейшелах? Нет. Короче, какой день уже? Персик ходит по пузику и стучит. Туф-туф, выпустите меня, ну пока рано. Вот, и мы с ним скооперировались и поняли, что так будет легче доставать. Теперь нас двое, кто достает маму. Всем привет, друзья. Как у вас настроение? Хорошо, а у вас как? У нас тоже хорошо. Скоро Юсик папой станет. Вот как на такие хорошие вопросы не отвечать? Вот это, прошу заметить, подмечено очень точно и правильно.